Тамар. Здравствуйте, дорогие дети! Сегодня я расскажу вам сказку про комара. Давным-давно, когда серый волк был Бакаулом, а лиса Ясаулом, ворона Вещуньей, знахаркой и колдуньей, в те далекие времена жил да был комар. Летал он как-то целый день по лесу, летал и очень устал. Решил передохнуть и сел на колючий куст. Да когда садился, по неосторожности уколол свой нос. Страшно рассердился комар и полетел жаловаться козлу. «Эй, братец-козел, один колючий куст уколол меня, съешь его!» Да ты что, глупый комар! Зачем мне есть колючий куст, когда вокруг полно нежной молодой травы? Разозлился на него комар. Ну, погоди, козел. Полечу я сейчас к серому волку, расскажу все, и тогда тебе не сдобровать. Сказал он так и поспешил к волку. Только увидел его и запищал. Братец волк, старый козел обидел меня. Не захотел мне есть колючий куст. Прошу тебя, накажи его. Послушай, глупый комар, зачем мне твой старый козел, если у меня на обед есть молодой барашек? Ну, волк, ты еще пожалеешь об этом. Я сейчас полечу к знакомому охотнику и все ему расскажу. Тогда уж берегись. С этими словами, весь красный от злости, комар поспешил к охотнику. Уважаемый охотник, помоги мне! Я попросил волка съесть старого козла, а он отказался. Накажи его за это. Эх, комар, ты думаешь, у меня нет других забот? Неужели из-за твоей глупой обиды я должен теперь бегать за волком? Я на волков не охочусь, так что лети дальше, не мешай мне. Еще больше разозлился комар и громко запищал. Ну, охотник, ну, смотри, сейчас я полечу к мышонку и попрошу, чтобы он прогрыз твою сумку с патронами. И весь, трясясь от злости, поспешил комар к мышонку. Братец-мышонок, прогрызи дырку в сумке охотника. Он отказался мне помочь и другим животным навредить может. Ты что, глупый комар? Должен я до захода солнца собрать зерно и ячмень? Некогда мне грызть дырки в сумке охотника. Прощай! Еще больше разозлился комар и затряс кулаком вслед убегающей мыши. Ну, мышонок, ну, погоди, найду я сейчас кота и все ему расскажу. Вот тогда тебе не задобровать. В этот раз комар полетел жаловаться коту. «Эй, братец-кот, накажи мышонка! Попросил я его продырявить сумку охотника, а он мне отказал!» «Мяу! Глупый комар! Оставь меня в покое! Делать мне больше нечего, как гоняться за мышью! Мяу! Хозяева меня и так хорошо кормят!
лети себе дальше. Затаил комар злобу и на кота. Ах так, не пожалеть бы тебе, кот, о своих словах. Расскажу я про тебя хозяйскому псу, вот тогда посмотришь. И поспешил комар к старому псу. Дорогой братец-пес, есть у меня к тебе просьба. Накажи кота. Я попросил его съесть мышонка, а он отказался. Да. Послушай, глупый комар, из-за твоих капризов я должен гоняться за котом? Да. Лети-ка ты своей дорогой, маленький ябеда. Да. Как вы думаете, ребята, кому же дальше полетел комар, чтобы наказать собаку? А пока вы думаете, я расскажу, как дело было. Думал комар, думал, и, наконец, придумал, кто может ему помочь. Ах, вредный пес! Найду я на тебя управу. Расскажу все соседским мальчишкам, и они зададут тебе такую тряпку, что мало не покажется. Полетел комар и увидел, что на дороге весело играют дети. Обрадовался, запищал он во весь голос. Эй, ребята, послушайте, я попросил собаку наказать одного кота, а вредный пес отказал мне. Нужно как следует его проучить за это. Ну и глубже ты, комар. Ну разве ты не видишь, у нас такая интересная игра. Зачем нам гоняться за собакой, которая чем-то тебе не угодила? Лети прочь! Запищал комар от злобы. Ах, негодные детки, берегитесь, вот расскажу все вашим мамам, не будет вам уже так весело. И поспешил неугомонный комар на поиски родителей ребятишек. Через какое-то время подлетел он к матери одного из мальчишек, которая занималась своими делами. Послушайте, уважаемая мать, вы должны немедленно наказать этих непослушных деток. Они отказались задать трепку вредному псу. Отмахнулась мать рукой от комара и продолжила свою работу. Но комар все не унимался и пищал у нее над ухом. Наказать! Немедленно наказать! Ах, комар! Ну какой же ты навязчивый! У меня дел не в проворот. Ну вот смотри, нужно напрясти побольше ниток из этой кучи хлопка. Ну что же теперь? Должна я бросить все свои дела и по твоей прихоти бегать за детьми? Не добившись ничего путного и в этот раз, комар еще больше разозлился. Ничего, погоди, занятая женщина. Скажу я сейчас могучему ветру, чтобы он развеял весь твой хлопок. Вылетел комар в окно и запищал, что было сил. Ветер, могучий ветер, много у тебя силы. Ты даже тучи на небе двигаешь. Лети сюда, ветер, и накажи эту женщину. После этих слов поднялся вдруг сильный ветер, и развеял он в разные стороны весь хлопок женщины. Она рассердилась, взяла в руки розги и стала гоняться за детьми. Дети, убегая, наступили на собаку. Собака от злости укусила кота. Кот от боли погнался за мышонком. Мышонок, удирая от кота,
прогрыз дыру в сумке охотника. А охотник разозлился и побежал с ружьем за волком. Однако комар ничего этого уже не увидел, потому что сильный ветер, словно пушинку, унес глупого комарика далеко-далеко. Больше о нем никто и никогда не слышал. Так проделки маленького, но завистливого и злого комара стали причиной стольких бед. Но зло всегда наказуемо. Желая навредить другим, комар сам попался в свою же ловушку. Поэтому, дети, не берите пример с тех, кто всем желает зла. А будьте щедрыми, добрыми, умными и всегда слушайтесь взрослых. Но самое главное, помогайте другим и относитесь ко всем с уважением. Вот тогда и вы будете окружены добрыми и хорошими людьми. Аудиосказка была представлена Агентством информации и массовых коммуникаций совместно с Министерством дошкольного образования.